Так, друзья, всем привет. У меня, так сказать, срочная новость. Да, я думаю, зайду на Старком, посмотрю мои 400 рублей, что с ними. Но пока ничего в обработке. И дай, думаю, попробую-ка создать депозит. В общем, беру на 300 рублей, создаю депозит, и он у меня создается. Я, конечно, не слежу, может быть, и они там что-то решили и каждый день выдавать заявки, не знаю. Об этом никто не говорил. Но, так. Ну, вот я вот так взял, создал. $300 вывести. И он мне одобрил, а сейчас это самое, в течение рабочего дня, ну как обычно, видите, может быть создано один раз. Интервал между созданием заявок должен составлять не менее 24 часов. Вот это новость. Ничего себе. Давайте, вот такие вот новости. Вот две заявки. 2 июля. А, и, кстати, вот 25 июня, которая 20 рублей. Они мне пришли вот 19.90. Копейки, ну все равно. Кто знает, напишите, пожалуйста, что каждый день начал выдавать. Ну, в смысле, заявки делать. Или только у меня включилась эта функция. Понятия не имею. Все, всем пока.